Саратовская область собрала 2 миллиона 205 тысяч тонн зерна. Этого хватит для обеспечения продовольственной безопасности региона и для продажи за пределы области. Информация об этом прозвучала на заседании Комитета по аграрным вопросам облдумы. По словам министра сельского хозяйства области Татьяны Кравцевой, в этом году регион потерял 1,5 миллиона тонн зерна. Основная причина – суховей и засуха в левобережье Волги. Пострадали 16% посевных площадей в 521 хозяйстве – Ершовского, Новоузенского, Пугачевского, Краснопартизанского, Дергачевского, Ивантеевского и Питерского районов. Фермеры оценили свои убытки почти в 6 миллиардов рублей. Но федеральный центр согласился с суммой гораздо меньше. Понесенные затраты на сегодняшний день по результатам уже проведенной экспертизы составили 1,8 миллиарда рублей. Вот, скажем так, от этой суммы мы отталкиваемся, рассчитывая на государственную помощь и поддержку пострадавшим хозяйствам. Какой процент будет возмещен, это будет принято решением федеральным центром. И на сегодняшний день все документы находятся у нас в Минсельхозе России, в Министерстве финансов Российской Федерации, где сейчас осуществляется поиск источников средств и определяется размер компенсации по, скажем так, понесенным затратам по возмещению ущерба. Между тем, в засушливом 2010 году саратовским аграриям компенсировали 70% понесенных потерь. Областные чиновники надеются, что деньги для пострадавших от засухи хозяйств поступят до конца года.